Хоккейный клуб «Чебоксары» на выезде, уступив в шестом матче полуфинальной серии Кубка Федерации Саратовскому «Кристаллу» со счетом 3-0, завершил выступление в сезоне на четвертом месте. Детальный анализ итогов еще впереди, но на послематчевой пресс-конференции наставник столичных богатырей Александр Протопович назвал причиной столь неудачного выступления фаворита лиги. Смазанная концовка сезона, месячный игровой перерыв перед стартом матчей плей-офф. Пожалуй, кому не было претензий у тренерского штаба «Чебоксар», так это к болельщикам. Почитатели поддерживали любимую команду, не считаясь ни со временем, ни с расходами. Не такого результата ждали и мы, и наши болельщики, которым огромное спасибо за то, что они поддерживали нас в течение всего сезона, выиграть на выезде, особенно сегодня, в последней игре этого сезона в Саратове.